Доминиканцы массово исполнили народный танец меренги и побили рекорд Гиннесса. Для этого сотни человек собрались в Санто-Доминго и танцевали более 5 минут. Требования заключались в том, чтобы как можно больше пар 5 минут танцевали меренги, были соответственно одеты и находились там, где их можно пересчитать. Мы убедились, что Доминиканская Республика побила рекорд Гиннесса, выставив 442 пары танцоров. Предыдущий рекорд принадлежал России. Его установили 6 лет назад в Хабаровске. Тогда меренги станцевали 333 пары. Танец меренги зародился в Доминиканской Республике в 40-х годах 19 века. По одной из версий его придумали рабы. По другой – это праздничный танец хромого генерала, которого любили в народе. В 2016 году меренги и традиционную доминиканскую музыку внесли в список нематериального культурного наследия человечества.